Здравствуйте, друзья, с вами Андрей Лоскович, и сегодня мы поговорим о том, как спасти раковину от сколов. Вот вашему вниманию раковина, на ней образовался скол, это очень неприятно, поскольку раковина стоит практически $500. К слову, это модель Escale. Что можно сделать? Вот продаются такие вот ремкомплекты Kramer. Они по керамике, эмали, акрилу. Состоит он из двух компонентов, основной и отвердитель. Также в комплекте присутствует баллончик с краской для того, чтобы подкрасить наше проблемное место и придать раковине новый вид. Итак, поехали! В комплекте также идет несколько видов наждачки. Берем самую крупную из них и начинаем зачищать наше проблемное место. После зачистки нужно обезжирить наше проблемное место, подождать, пока оно высохнет. Дальше приступаем к приготовлению нашего ремкомплекта. Берем чистый лист бумаги, наносим туда основной компонент, нужное нам количество. Если скол небольшой, берем его совсем немного, поскольку ремкомплект стоит дорого, порядка $30-35. Закрываем нашу баночку после использования. Берем отвердитель. Производитель рекомендует соотношение 1 к 30. На 1 грамм отвердителя добавляем 30 грамм основного компонента. Рядышком выдавливаем на бумажке отвердитель. Делаем мы это в данном случае на глаз. Вот. Здесь выдавлено очень много. Возьмем только малую часть от этого. Чревато, если больше добавить отвердителя, тем, что он быстрее у нас застынет, что очень плохо, так как действие данного препарата длится около 4 минут. То есть этого времени, скажем так, очень мало для того, чтобы проработать с данным компонентом. Потому берем совсем чуть-чуть и начинаем смешивать хорошо два компонента. Хорошо размешав наших два компонента до сметанообразного состояния, берем пластиковый шпатель, к слову, который находится в комплекте, и наносим на образовавшийся скол. Делаем это тщательно, хорошо, без образования каких-либо пузырьков под компонентом. Наносим его сверху. И оставляем все сохнуть примерно на полчаса. После того, как время вышло и материал набрал достаточную прочность, берем более мелкую наждачку, данный образец шел также в комплекте, и начинаем зачищать уложенный материал. Если же вы уложили материала очень много, можно взять более крупную наждачку, стереть основную массу, а уже дальше доработать более мелкой наждачкой. Стоит отметить, что делаем это без фанатизма, так как можем поцарапать крупной наждачкой эмаль, либо же если это акрил, то акрил. Вот. Делаем все осторожно и аккуратно, чтобы не навредить еще больше. После того, как мы зачистили, материал приобретает примерно вот такой вот вид. Уже скола практически не видно. После зачистки обезжириваем наше проблемное место. Берем чистый лист бумажки,
делаем там небольшое отверстие примерно с диаметром нашего скола, накладываем его туда, берем баллончик с краской, хорошо его растрясываем. И после я рекомендую нанести краску где-нибудь в невидном месте, например, где-нибудь с обратной стороны раковины, либо снизу, чтобы посмотреть, или совпадают у нас оттенки белого. В моем случае была возможность купить только один ремкомплект. На выбор оттенков не было, потому пришлось взять то, что было. И как видно на видео, цвет у нас не совпадает, соответственно, это белое пятно будет бросаться в глаза. Поэтому мы берем ветошь и вытираем нашу краску, тем самым еще больше забиваем нашу шпаклевочку. И как мы видим, она приобретает практически цвет раковины. После того, как краска наша подсохла, берем автомобильную полироль ручного нанесения. В данном случае это у нас К2 Turbo. Наносим ее на наше проблемное место. Дальше берем хлопчатобумажные шерстяные ткани типа фланель или байки, или же изготовленные из микрофибры, и начинаем втирать нашу полироль. После полировки раковина становится как новая, скол становится незаметен. Единственное, что у нас немножко отличается оттенок самого белого, но даже посмотрев со стороны, этого не видно, в отличие от того, как было изначально, когда образовался скол, который сразу же бросался в глаза. То есть сейчас картина совершенно другая, как мы видим, скола практически незаметна.